Всем привет, Саня, я Марк, сегодня мы будем играть в Minecraft, и сегодня я буду ходить на Natural Step. Погнали, это Hard Demon, да, именно Hard Demon, Hard Demon. Не, какой-то там язычный демон, что вы подумали. Я не в коне, ну, чтобы проходить тогда изи демона. Еще раз смотрите, вы спросите, зачем я за него взялся? А я вам отвечу. Я когда еще смотрел на лето, вот, допустим, я сегодня смотрел на лето, я смотрел, что он проходил там всякие сложные демоны, я тоже хотел пройти там какой-то более сложный демон, там, где будет слишком много сфер, там, слишком много таймингов, чтобы прочесть скилла, зато и аудиторию понять. Я наткнулся на мапаки, и я наткнулся на этот уровень. Когда я посмотрел его сложность, я подумал, ну уж нет. Первая моя практика была 118 попыток, а потом уже 38, 28, 27, 24. В общем, как так, и потом 18, а потом уже 10 раз. Потом уже 10 попыток. И тогда я себе дала обещание, что я должен буду пройти этот Hard Demon в практике за 10 попыток. В принципе, я свою цель выполнил, я мог и за месяц попыток пройти, но все равно. Так, ладно, все тихо. Блин, там нужно было еще не попытаться. И, в принципе, когда я уже его уж слишком напрактиковал, натренировал, то тогда я решил записать ролик и пройти его. И, в принципе, что у меня сейчас получается, вы видите, 83%, я просто на очень легкой части. На очень легкой. Третий самый легкий в этом уровне, даже есть чем этот самолетик и шар, и тарелка к тому же. Ну, тайминги тут не сильно сложные. Да, в принципе, тут самолетик, тарелка и шар тоже не очень и сложные. Ай, блин, это был... Да блин, ходить уже на начало. Блин.
блин, хотел сказать уже, что самое сложное пройдено. Блин, зачем я нажал? Тут не сильно сложные тайминги, но они есть. Вот в этом уровне, походу, 3 тайминга. Или мне кажется. Возможно, их больше, возможно, меньше. Боже, блин. О, вот самолетик, который я хотел. Фух. Минимум демон. Лайк. Блин, я 772 попытки, это заслужено. Да, есть. Мой первый хард демон. Можете меня поздравить, я его прошел. Да. Блин, это жестко. Это жестко. Нет, у меня нет слов просто. Боже. Так, что еще надо? Посмотрите, сколько. Вот 15 демонов. Все заслужено 644 звезды. Так, еще много сундуков. Ладно, в принципе, думаю, на этом стоит заканчивать. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но с вами я был Марк. Всем удачи, всем пока, всем хорошего настроения. Я играл сегодня в ГД. Пока.